Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим практическую задачу по геометрии из первой части ОГЭ «Математика». Имеется лист фанеры прямоугольной формы, длина и ширина которого соответственно равна 10 дециметров и 5 дециметров. Из него, как показано на рисунке, вырезаны две одинаковые части в форме равнобедренных треугольников. Сколько килограммов краски потребуется, чтобы покрасить получившуюся фигуру, если длина отрезка АБ равна 6 дециметров, а на 1 дециметр квадрат поверхности расходуется 0,12 килограмм краски. Давайте отметим то, что нам дано. Длина у нас 10, а ширина 5 дециметров. АБ 6. Данную задачу можно решить двумя способами. Один из способов, если внимательно посмотреть, то у нас фигура ABCD это равнобокая трапеция, где основание 6 и 10 дециметров, а высота 2,5 дециметра. Площадь трапеции вычисляется полусумма оснований на высоту, то есть 10 плюс 6, деленное на 2, умножаем на 2,5. Это у нас 20 дециметров квадрат. Так как фигура состоит из двух трапеций, то площадь полной фигуры у нас будет 40 дециметров квадрат. Но для того, чтобы покрасить 1 дециметр квадрат, нам требуется 0,12 килограмм краски. Поэтому 40 дециметров квадрат умножаем 0,12, получаем 0,48 килограмм. И в ответе нужно написать 0,48. Второй из способов решения данной задачи, но он немножко более сложный. У нас прямоугольник. Площадь прямоугольника вычисляется длина на ширину. Получается 50 дециметров. Так как отрезали два одинаковых треугольника, данные треугольники у нас равнобедренные, а площадь треугольника вычисляется основание на высоту, деленное на 2, а умноженное на h, деленное на 2, основанием является 5 дециметров. Высота это продолжение АБ. Но так как здесь 10 полностью ширина, а АБ у нас 6, а по бокам у нас получается одинаковое расстояние, остается 4, значит высота 2. 5 умножаем на 2 и делим на 2, получаем 5. Но данных, так как это площадь одного треугольника. Но так как треугольников у нас 2, 2 умножаем на 5, получается 10. 50 минус 10 мы получаем 40 дециметров квадрат площадь нашей фигуры. 40 умножаем на 0,12, получаем 0,48. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!